Всем привет! Итак, мы традиционно выбираем лучшего менеджера 7-го сезона «Что почем» в разгар 8-го и делаем это резко, быстро и неожиданно. Наш рейтинг, как и сам проект «Что почем» продолжает набирать обороты, и говорят, что автосалоны даже боятся показывать нам лучших продавцов, потому что их практически сразу же воруют конкуренты. Но знаете, мы абсолютно не против того, чтобы профессионалам платили за их работу больше. Итак, прежде чем начать голосование, давайте вспомним их лица. Открыл сезон веселый парень Алексей, с которым мы говорили о французском мультиване Citroën Space Tourer. Под вторым номером в списке Александра Козлова, рассказавшая нам о новом RAV4. Все же помнят, как в салоне выключался свет. Номер 3 в списке голосования достался Георгию, который загонял на бровке Porsche Panamera. Четвертым был Денис из Сузуки, который несколько раз уже выбивался в лидеры рейтинга, но пока не успел стать первым. Пятым в списке идет Анатолий, продающий Тойоту на Харьковском. Он снялся в сюжете про новую Corolla. Цифра 6 досталась Степану из львовского салона Peugeot, познакомившему нас с Рифтером. Счастливая цифра 7, возможно, поможет в этот раз Александру из АВТ Баварии. На этот раз мы говорили с ним об уходящем поколении BMW X5. Под 8-м номером выступает Виктор со львовского дилера Citroën. Надеюсь, все помнят C5 Aircross. И закрывает наш список Сергей по прозвищу «Совершенно верно», который уже чуть не стал лучшим в первом сезоне. На этот раз речь с ним шла о квадропорте. Ну что, вспомнили? Тогда начинаем голосовать. Ссылка на форму, как всегда, находится в описании к этому видео. Для участия в голосовании вам нужно быть зарегистрированным на Гугле. Как обычно, через несколько дней мы подведем итоги и снимем об этом отдельный сюжет. И самое важное, напомню, что мы голосуем не за марку, не за модель, не за автосалон и даже не за красоту менеджера, а за его профессиональные качества. Поехали!